И мы снова в пути, мы снова бежим, бежим творить добро. Ля-ля-ля-ля. Ладно. Сотворим сейчас какое-нибудь добро. Научит, я надеюсь, нас скоро прыгать. Тогда мы тут столько всего сотворим. Вторая паукастая падла. Угусики. Она нас хочет, прям-таки хочет. Мы давайте с паучками пока разберемся. Паучки, идите сюда. Единственный способ, походу, вывести эту падлу из состояния, так сказать, равновесия, это спустить на нее этот большой кубик. Кубик Рубика. А я еще и полезную штукионцию нашел. Вон он, видите, секретик. Только как бы нам аккуратно туда спрыгнуть? Сейчас мы сообразим. Сейчас мы сообразим, ребятки. Подождите немножко. Нужно немножко подумать. Точнее, как туда попасть-то я понимаю. В принципе говоря. Но мне не до этой подлюки пока что. Так, подымай меня. Так. Хорошо. Здесь вроде бы ничего такого нету. Можно даже прыгать вот так вот. И у нас появляется ярость. Еще один слот. Отлично. Не нравится. Не нравится. Так, давайте. Сейчас мы запустим тогда вот так. Бамс. Она упала. Мы с вами тут же тоже падаем. Писюкастая злыдня. А нам вниз-то можно, когда она наверху? Да, видимо, можно. Привлекать внимание, конечно, лучше и не надо. Что ж уж теперь поделаешь. Ладно, кое-как мы их пока избегаем. Это два паука, которых мы здесь боимся пока что. Которые нас тупо, видимо, могут сожрать. Здесь, лично, конкретно в этом месте, я не вижу ничего полезного. Хотя есть подозрение, что вот там что-то может быть. Скорее всего, там даже что-то есть. Но это достанется мне каким-нибудь другим способом. Так. Итак. Как бы мне, что бы мне, чего бы мне... А, собственно, зачем мне туда-то было? Если я и так мог спуститься туда. Не понял тогда, в чем логика. Толстопузая падла. Хорошо. Допустим. Допустим. Отстаньте. Хорошо. И...
Мне ее тупо побить, видимо, надо. Так. Не туда, пожалуйста. Она опять упала. А чё мне ее бояться-то? Я вот прям не понимаю. Она вроде не сильная. Добить я ее вроде как могу. Видимо, это делается в несколько... Да, блин, запрыгни. Видимо, это делается в несколько раз. Ой. Хотя, стоп. Давайте я ее лучше буду бить, когда она будет вот тут вот прям лежать. Ей дольше тогда идти, а мне быстрее спускаться. Так. Хорошо. И... Да фига ли ты тут-то появилась? Вообще ни хрена не понимаю. Ой. Еще и упал лишний раз. Так. Так. Сейчас мы на нее грохнем эту фигню. Ой. А что она соскочила? А, понятно. Я, видимо, нажал на кнопочку. Так. А что если я тупо... А, мне про... Блин. Серьезно. И это все? Я ее там прикончить, блин, хотел. А мне тупо мимо пройти. Так, наверху у нас хилка. Ты еще что за черт? Понятно, меч загорается, бобо. Я вкурил. Так, ты тихо, не пишу тут. У меня и без тебя, как говорится, проблем хватает. Ишь ты, раскапишовались тут. Пишуют и кипишуют. Проблемы мне тут устраивают. Шпана, шпана. Так, минус ты, подожди. Минус ты. Жди. Как все здесь путинит, а? Все. Слава там, в общем, чему-нибудь. На-на-на-на-на-на-на-на. Вы ко мне собираться, спускаться не собираетесь, да? Нет, все-таки спустились. Крысеныши мелкие. Ладно, сейчас полечимся, а то мне что-то здоровья прям совсем не осталось. А мне это, как вы понимаете, вообще не упало. Только это было не здоровье. И это проблема. Так, а там наверху что-то... Наверху что-то есть. Но, скорее всего, без зацепа я это
не соберу. Да и вообще как-то я туда попасть не могу. Пока что. Угу. Давайте, жду. Опущайтесь до моего, так сказать, уровня. Ну чё, кто следующий? Ты или ты? Так, чё вот эта фигня делает? Нет, фигня мост поднимает. Это хорошо. А вот там что за фигня? А там вот эта фигня, да? Ента тоже хорошо. Только мне, я так понимаю, понадобится вот эту фигню подвинуть вот сюда, потом подвинуть в другую сторону, подождав, пока эти крысята еще спустятся. Ой. Немножко кривовато я ее пустил, правда говоря. Так, ну понятно, ладно, сейчас мы дело это опустим. Ай. Это малость больно, и я падаю в невесомости. Это проблема. Это большая проблема, я упал. Короче, надо быть поаккуратней со всякими штучками. Я думаю, так мне достаточно будет. Полечиться бы, блин. Но вроде пока негде. Это еще что за веселье? Собрались тут, блин, группкой, видите ли. Так. Следующая. Еще одна появилась, да? Следующая. Еще одна штучка. Короче, этот спящий, видимо. Потому что на вот эти взрывы он никак не реагирует. Охрен тебе. Ага. Примерно так я и ожидал, но благо успел вроде пробраться. Так, здесь лифт, да? Смешно. Я понял шутку юмора. А, я сейчас тупил, думал, как мне перекинуть-то эту хрень. Понял. Типа сообразил. Тыкс. Так, перекину ее, да? Давайте попробуем его как-то отвлечь. Ай! Совсем больно. Эу, я еще и горю, чуваки. Ладно. Б двигать. Дарим. Да я ж по тебе попал вроде. Ты чё за фигня-то?
Успокойся. Так. Успокойся, ё-моё. Успел. Но это было близко. Я думаю, что если еще, я сейчас включу берсерка. Чуть не повесился. Так, а выше здесь... В общем, хрен пойми, ладно, неважно. Так... Понятно. Даже хаос не спасет тебя. Ты знаешь, хаос не спасет меня. Хаос всегда меня спасал. Это же доктор Хаос. Так, ладненько. На самом деле будем как-нибудь медленно с ними разбираться, потихонечку по одному. Как-нибудь больно, не больно, не знаю, посмотрим, разберемся. Главное, чтобы вторая такая хрень не вылезла, как только что первая была. А иначе нам будет бобо. В последнее время я как-то и делаю, что на минимуме здоровья фигачусь. А так приятнее, чувствуешь себя постоянно смертным. Это война, война, все дела. Ты еще что за говно? А, вспомнил, что это за говно. Воу-воу-воу-воу! Верный театр. Да. Чувствуешь, говоришь себя смертным, да? Ну, почувствуй себя смертным. Ты заснешь навсегда. Ай-яй, ай, да блин, уклоняйся ты. Подожди. Мне не для, не до вас сейчас еще. Так, на большом мы, короче, берсерка такие используем, а то мало ли. Ты что ли тут умный, да? Так. Давайте, ребят, без этих ваших умненьких приемчиков, окей? Мне и без них вполне с вами весело. Так, минус ты. Минус ты. Тебя тоже минуснем. Хотя, знаете, давайте попробуем завалить без берсерка тогда. Просто ради интереса. По идее, мне должно это нормально работать. Чего главное один раз продамажить. Бамс. Сейчас мы его продамажим. Бамс. Ты не надо так на меня бегать. Что ты на меня так смотришь? На. Без берсерка мы тебя будем бить. Мы уже определились с этим. Ай! Тут ты слишком большой стал. А убиваешься все так же.
Ну вот видите, чуть-чуть жизни потратили, но зато добили без берсерка.